Влад Кадоня откровенно ответил на вопросы журнала «Стархит», которые давно волнуют поклонников телеведущего. Почему Влад Кадоня не женат? Мне дважды отказывали, когда я делал предложение руки и сердца. А как говорится, один раз случайность, два совпадения, а три уже закономерность. Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому пока не готов на третью попытку. Да и что-то в последнее время так жалко людей. Никому не хочется пожелать видеть мою физиономию до конца своих дней. Правда ли, что Влад Кадоня увеличил половой орган? Прошло много лет, мне уже 33, взрослый мальчик. Можно не скрывать, что это была очень большая и яркая профанация с целью хайпа и личного тиражирования. Тогда поднялась крутая волна. На самом деле никто не взялся бы за такую операцию. Он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить. По какой причине Кадоня оставил магическую практику? Не прекратил, а скрываю от посторонних глаз. И не магическую, а эзотерическую. Есть ли секс с Ольгой Орловой? В фантазиях или в реальности? В чем-то есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует. Почему Влад Кадоня не загорает? К сожалению, у меня сложная форма фотодерматита. Да и вообще плохо переношу жару. Практически с детства избегаю открытого солнца, поэтому даже минимальная привычка не выработалась. Зато чеснок трескаю целыми головками и крестов не боюсь, так что все слухи про мой вампиризм – грязные инсинуации. Какая ориентация у Влада Кадони? Я обычный среднестатистический мужчина. Возможно, разочарую, но совершенно не связан с чем-то противоестественным. Я натурал, но не кобель. Есть ли недоброжелатели у Влада Кадони? Если и так, то мне они неизвестны. Все спорные вопросы стараюсь решать исключительно в словесном или законном поле. Избегаю конфликтов. Оставаться человеком в любой ситуации – для меня задача номер один. С кем живет Влад Кадони? На данный момент, после разрыва многолетних отношений, один с двумя кошками. Кто отец? Папа умер еще до моего рождения. Так случается. Поэтому не имеет значения, кем он был. Сейчас важно только то, кем я без него стал. Сколько зарабатывает ведущий «Дома-2»? Я не менял машину около 5 лет, и у меня ипотека. Но зарплаты хватает, не жалуюсь. Делайте выводы сами. Кадони – псевдоним или настоящая фамилия? Мама выходила замуж 4 раза. Кадони – это моя 5-я фамилия. Но с ней я существую дольше, чем с другими. Она в паспорте и во всех документах. Ни одну из предыдущих 4 я никогда не воспринимал как свою. Фамилию биологического отца, который не был мне родителем ни дня, или мужчин, которые приходили и уходили, сложно назвать настоящими.